Мы реально плывем, нас подкидывает. Нас сносит. Снимаешь хоть? Да. Больше всех погрузилась в воду улица Архангельская, самый проблемный участок в районе 19-го дома. Машины пытались штурмовать затопленную дорогу, но несколько автомобилей все же захлебнулись дождевой водой. Последствия стихии люди снимали на камеры и выкладывали в соцсети. Судя по кадрам, в Коряжме затопило почти все улицы и дворы. Машины в буквальном смысле плыли, а пешеходы добирались домой вброд. Вот это вот улица Архангельская, стоят машины, Toyota, по-моему, и там чуть дальше стоят еще две машины. Да, одну вот десятку выталкивают, вторая стоит уже загруженная. Все, короче, гидроудар поймали. Сильный ливень повредил в Коряжме два моста на улицах Строителей и Дыбцина. Затопило не только дороги. На Ленина 41А вода с крыши просочилась в подъезд. В пятиэтажке на набережной 3 не спасали даже ведра и тазы. Уровень воды на полу достигал нескольких сантиметров. Ноги можно помыть зато. Всего за 3 часа буйства стихии в городе Бумажников выпало около полуторамесячной нормы осадков.